Новое просторное здание, светлые помещения – это уже второй пункт полиции в микрорайоне. Здесь будет располагаться следственный изолятор, дежурная часть, уголовный розыск, участковый и оперуполномоченный. В отделении будут трудиться 29 человек. Чтобы все держать в том виде, в котором нужно, в оперативном, нужен, несомненно, так сказать, пункт безопасности. Сегодня 11 пеших постов сюда определено. Они будут патрулировать здесь 4 раза в неделю, как мы патрулируем сегодня город. И все резервы мы здесь необходимо используем. В связи с этим, естественно, люди должны чувствовать себя безопасно. И тем более, это череда таких комплексов опорных пунктов милиции идет по городу. Вот к 2018 году дополнительно должно развернуто быть более 20. Чтобы обратиться в полицию, жителям микрорайона раньше приходилось ехать в поселок Мехзавод, пока в феврале здесь не открыли первый пункт полиции, чему люди рады. Я думаю, что, конечно, не помешает, потому что... Это желательно, чтобы было в любом микрорайоне. Привыкли еще с тех советских времен, с ними как-то надежнее. Все-таки вот когда они ходят рядом вот по улице, чувствуешь себя ну как-то защищенным. В этом же помещении будет работать новая поликлиника. Также в микрорайоне завершается строительство новой школы. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события.